Привет! Всем привет! Мы мчимся на экзамен. Со свежим умом, да? Ну, мы такое. Полчаса назад встали. Что, немного переживаем? Ну что, там очень сложное задание одно есть. И оно по-любому будет, он сказал. Поэтому мы немного боимся. Да. Ты боишься? Да, немножко. А еще у нас так холодно. У нас ночью было минус один, сейчас где-то плюс три. Все, экзамен закончился, слава богу. Не знаю, как написали, но у меня не очень хорошее предчувствие. Писали, наверное, плохо, но я надеюсь, что мы все пройдем. Потому что мы знаем точно, что есть очень много людей, которые написали хуже нас. Потому что мы общались с ребятами после экзамена. То задание Petrinet было очень-очень сложно. Задача была. И мне не хватило времени. Да. Мне еще часа где-то не хватило. Он сказал, что... На этой неделе он постарается проверить, но мы уверены, что он точно не проверит на этой неделе. Но вообще кажется, что он проверит, когда мы будем в Латвии уже. Смотрите, где я печеньки купила. Симпсонами. Симпсонами? А, я помню, я их ел когда-то. Это кто? Это Майки. А, Майки. И мы сейчас идем домой для того, чтобы готовиться к следующему экзамену, который будет четверг. Но он будет намного легче, потому что мы знаем, что нам учить, мы знаем, что там будет. Нет таких задач, там просто теория, нам просто нужно читать и зубрить. А поэтому предмет, что сегодня был, это была, там была одна задача, то есть там могло быть все что угодно. Поэтому особо подготовиться к этой задаче невозможно было, потому что примеров этой задачи вообще нет. Перед тем, как мы поедем домой, мне нужно зайти в Зару. Моя подружка попросила меня посмотреть ей вещи. Потому что в Заре сейчас очень хорошие скидки. И поэтому нужно пользоваться моментом всем. Все, с Зары я вышла. Дима плачет, я радуюсь за то, что я купила. Дима плачет, потому что он там стоял где-то, наверное, минут 40. Просто стоял. Подходим домой, у нас здесь наконец-то тепло. Я даже жалею, что очки не взял, ничего не вижу, даже когда я смотрю сейчас. Сейчас я буду готовить кое-что очень вкусное, что мы уже пробовали с Димой, когда были во Франции. То, что моя подруга София, в которой мы жили, готовила пасту с авокадо, представляете? Сейчас покажу вам, как она готовится. Вот это авокадо, которое мы сорвали прямо с дерева, когда были у бабушки Димы. Один зубчик чеснока, который я сейчас подру на терочку. Два яичных желтка. Также еще нужно добавить лимонный сок, я добавлю на глаз. Теперь написано полстакана сливок. Ну, я тоже на глаз добавлю, мне кажется, полстакана, тут как будто вот так. Сейчас я добавила полстакана сливок, и теперь опять взбить. Я пересыпала этот крем в другую посудину, и сейчас я поставила воду, и сейчас буду жарить бекон. Та-дам! Вот и бекон жарится. Теперь спагетти. Переместила спагетти на сковородку, добавила туда немножко соуса. Сейчас перемешиваю, огонь маленький. Вот, останется только добавить бекона и вылить почти весь соус. Готово! Красотища! Будем кушать. Блядь, мы заснули в 4 и проснулись в 8. Мы сумасшедшие. На самом деле мы плохо просто спали ночью, потому что мы переживали. Заснули только в 2 ночи где-то. Вот, и не выспались перед экзаменом. Это сегодня нас так сильно ударило это, что мы спали полдня. А сейчас я поем, и потом мы начнем готовиться к другому нашему экзамену. И там не только готовиться нужно, еще нужно доделать домашку, которую он задавал. Там немного.
Да? О, не могу говорить так. В эту пятницу мы улетаем, и очень много дел перед вылетом. Мы прям вообще... И как-то я пыталась, мы пытались их как-то делать в течение 2 недель, но все равно на последние дни остается все самая жесть. Мне еще нужно доскладывать 1 чемодан, положить все наши оставшиеся вещи. Я надеюсь, что туда все влезет. И мы впишемся в наши 23 килограмма. Потому что я растяпа забыла положить еще нашу. 2 пар кроссовок у нас осталось. Я забыла положить в сумку в Украину. Мы вчера, которую отправляли. Кстати, у нас вчера не вышел выпуск, потому что мы вчера отправили быстренько посылку домой и прибежали, и начали делать и готовиться к экзамену. И у нас вчера не было сил монтировать еще влог, потому что это, кстати, занимает достаточно много времени. Кстати, так как мы выселяемся скоро, к нам сегодня приходили с ревизией и смотрели, ничего ли мы не убрали. О, кстати, у нас так пусто стало сзади. Да. Я только сейчас заметил, когда посмотрел на камеру. Посмотрели нашу комнату и просто написали... Где это? А, просто написали ок. Ну ок. Ок? Ок. Ок. Мы сейчас зубрим материал на экзамен. Будем учиться. Всем хорошего дня. Всем пока и всем до завтра. Пока.